поздравляю с Новым годом. Еще раз счастье, работы много и как бы понимание того, что у нас 2016 год будет самым критическим годом, самым. Главная повестка дня – это аттестация. В Киеве и области аттестация закончится после праздников Нового года. Люди уже понимают, что те, которые нормальные, те, которые честные, те, которые профессиональные, они проходят аттестацию нормально и дальше пройдут. Мы добавили в комиссиях людей центрального аппарата. Сейчас самая главная задача стоит, чтобы укомплектовать Киев весь, потому что мы полностью поменяли состав, руководящий состав Киева. Постепенно будем работать. Так что, пожалуйста, либо вы работаете и объясняете всем, и работаете по оперативным и по кадровым направлениям, либо у нас уже потом будет другой разговор. Спасибо.